Во французском зоопарке злоумышленники застрелили носорога. После того, как животное осмотрели, выяснилось, что преступники отпилили ему рог. Браконьеры сломали внешнюю ограду парка, добрались до вольера, где содержатся носороги, и открыли доступ к их обиталищу, после чего трижды выстрелили в голову 4-летнему животному и скрылись с места преступления. Два других носорога не пострадали. Расследование инцидента поручено жандармерии Мант-Ля-Жоли. К слову, рога африканского носорога на черном рынке стоят дорого. От рук браконьеров в дикой природе каждый месяц гибнут около 100 животных. Убитое животное обнаружила сотрудница зоопарка, которая за ним ухаживала. Никто даже и подумать не мог, что такое может произойти во Франции. Да, подобные случаи случаются в Африке, но не здесь, в Европе.